В городском округе Химки стартовала подготовка парков к летнему сезону. В рамках месяца чистоты и благоустройства проведут масштабную уборку, чтобы обеспечить химчанам комфортный отдых. Глава округа Дмитрий Волошин приехал в парк Толстого, чтобы лично проверить, как идет работа. Стараемся увеличивать, строить новые парки, скверы и обустраивать общественное пространство. Абсолютно очевидно, что после зимы у нас осталось много мусора, в том числе цветного так называемого, пластик, значит, бумага, окурки. Все что угодно, и это нужно убрать. Ежедневно в парке Толстого на различных работах задействовано более 30 человек. Упор делается, как и сейчас везде по всей территории, на рыхление снега, подбор мусора цветного, то есть сгребание газонов, то есть это первичная декада. Сейчас просто готовим парк к проведению более других работ, это ремонт МАФов так и так далее. Глава округа и представители общественности регулярно контролируют качество работ на социальных объектах. Им уделяют особое внимание. Сегодня мы оцениваем качество работ, ну и в первую очередь, конечно же, скорость, потому что в течение месяца город должен быть убран, приведен в порядок, покрашен, почищен. В первую очередь, конечно же, это создает и настроение нашим горожанам, поэтому очень важно, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. В Химках общая площадь зеленых территорий 234 гектара. Везде, где необходимо, проведут работы по рыхлению снега, уборке мусора и покраске игровых комплексов. Парк Толстого – излюбленное место отдыха химчан. Сейчас его активно готовят к предстоящему летнему сезону. Также в этом году продолжится масштабная реконструкция. А это значит, что парк станет еще современнее, но при этом сохранит свой уют и природную красоту. В этом парке уже благоустроили 12 гектаров. Обновили тропинки, велодорожки и детскую площадку. Запустили сухой фонтан с декоративной подсветкой. В этом году обустроят еще 13 гектаров. Самым ярким событием стало открытие колеса обозрения. Парк имени Льва Толстого самый большой в Химках. И жители с удовольствием проводят здесь время. Нравится, что есть детская площадка хорошая, ему там интересно лазить. Вот. Ловкость развивает товарищ. Вот. Нравится, что белки есть, ему нравится смотреть за белками. Собственно, я этот парк оцениваю, хороший или плохой, с точки зрения интереса и удобства для ребенка. И мне в этом смысле нравится все. Мне нравится набережная вдоль реки, рядом кофейня, поэтому я каждое утро гуляю и с ребенком, и без ребенка. Очень много спортсменов по утрам бегает, очень все улыбчивые. Работы по уборке и благоустройству ведутся без остановки. Химчане замечают положительные изменения. Замечали для детей, вот они на самокатах, где катаются, там ремонтировали, похоже. Вот, снег раскидывали вчера лопатами, видимо, чтобы быстрее все растаяло. Вот, и аттракционы, смотрю, порядок приводят уже. В этом году в парке обновят и смотровую площадку, обустроят новые пандусы, а также создадут тихую зону отдыха на пляже. В планах построить волейбольную площадку и выделить место для занятия воркаутом. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.